Прошло 11 минут и 11 секунд еще играть после этой заброшенной шайбы. Первый в этом матче. И ЦСКА уходит вперед. Я говорил вам о том, что для «Спартака» победа сегодня нужна как воздух. Она жизненно необходима. С одной стороны, все это чистая правда. С другой стороны, если армейцы сегодня выиграют, можно, наверное, будет им окончательно спокойно выдохнуть и констатировать тот факт, что уже борьба за плей-офф закончена. И дальше бороться с рижским «Динамо» за седьмое место. Спокойно и без каких бы то ни было вопросов. Так что, по-хорошему говоря, этот матч...